предполагаем, что следователи оставили именно отвечать за всю редакцию газеты «Черновик» по главному выходу, потому что они считали, что обнаружили такое самое слабое звено, как на их взгляд. Но уверен, к их разочарованию это совершенно не так. Что мы видим на данный момент? Мы видим, что следственные действия, которые проводятся по делу Думина Гаджиева, они добрались и до нашей редакции. Мы могли бы отреагировать на эти следственные действия равнодушно, понимая, что следователь проводит какую-то свою работу, понимая, что он должен хотя бы просто ради формальности вложить пару страниц протокола о том, что он провел какие-то действия на рабочем месте Думина Гаджиева, и на этом как бы дальше пихать или пинать свое дело, как это красиво или некрасиво звучит. Но мы видим, что вместо этого были устроены непонятные маски шоу, непонятные там запреты на информацию, непонятные угрозы этих бойцов в адрес разных журналистов, которые здесь присутствовали, там, с требованием не снимать там, или что-то. Да, совершенно непонятные, совершенно нелогичные. Ну и в какой-то мере они отображают вот, уровень такой вот внутренней культуры, скажем, да, вот среди этого состава явившихся там гостей. Что можно сказать еще по этой ситуации? Если бы, к примеру, Надир Телёв спокойно пришел бы сюда в сопровождении, скажем, двух оперативников, то вся любая интересующая информация ему была бы предоставлена. Если он хотел бы взять компьютер, то ему бы в этом никто не препятствовал в любом случае. Он следовательно провел следственные действия. Но, как мы видим, видимо, самому следователю или, может быть, его руководству пока что не ложится в рамки какой-то нормальной логики для ситуации. Понадобилось вот здесь вот так вот все это вот переворошить, показать, обозначиться, что вот мы здесь такие вот молодцы, мы что хотим, то делаем, да, вот как бы взимаем документы и так далее. Это маскарад. Это обыкновенный маскарад, который ну, ничем не обоснован. В то же время, лично по моему убеждению, я не знаю, как эти данные оценивает наш адвокат Арсен Шибанов. Большое вам спасибо за то, что он вовремя отозвался, подошел, поддержал нас. Что вот, как он оценит следственные действия, но, на мой взгляд, они были совершены с нарушением закона. Потому что, во-первых, опять-таки заставили за все отвечать Нину Хатукаеву, которая у нас, в принципе, недавно работает по своим должностям, она корреспондент, она не должна нести за что-то здесь ответственность. Непосредственно по логике следственных действий здесь должен был находиться я, потому что в настоящий момент я исполняю обязанности главного редактора в силу того, что учредитель газеты Магди Камалов, а также Майрбек Акаев, они находятся на медиафоруме Перми. Правильно сказать? Так, а то я до сих пор говорю, что они находятся в Пензе, извините. Но, тем не менее, следователи решили, что нужно оставить одну Инду, отвечать за все и пошли дальше. Как мы заявляли и ранее, так мы продолжаем заявлять и сейчас тоже. Мы считаем, что дело, возбужденное в отношении Гумина Гаджиева, это является полным абсурдом и фантазией следователя, или, скажем так, даже не следователя, а следственного оперативника, потому что за этот бред, я сомневаюсь, что должен нести ответственность Владимир Телёв, потому что там есть и оперативные сотрудники, которые тоже должны отвечать за те якобы результаты оперативно-розыскной деятельности, которые, по сути, как показывают суды, показывают все это ничем не подтверждаются. По сути дела, уголовное дело, оно в отношении, во всяком случае, Гумина Гаджиева, оно полностью разваливается, это очевидно. И причина единственная, по которой Гумин Гаджиев находится там, и по которой мы сейчас испытываем такие временные трудности, через которые мы обязательно пройдем, они только в том, что они связаны только единственно с тем, что наши судьи почему-то закрывают глаза на законные доводы и берут под козырек каждому ходатайству, которое озвучивает в суде следователи по данному уголовному делу. Это единственная причина, по которой еще Гумин Гаджиев находится в СИЗО. Что касается непосредственно того, как проводились обыски, я думаю, здесь лучше и логичнее скажет. Я думаю, будет проще, если вы будете задавать вопросы, да, чтобы как-то вот, было проще на них отвечать. Ну, с чего вообще начался обыск, когда он, в какой форме так хотел? Примерно где-то в 10-20 утра провалились люди в масках. Я не знаю точно, сколько было,
без масок следователь Телевов и Вали Магомедов. Ну, они там стали сразу задавать так агрессивные вопросы, кто здесь, кто на работе, кто нет. Нас с секретарем Сернарой поместили в один кабинет, у меня забрали телефон, не разрешали ничего, никому звонить, никому отвечать. Мы объяснили, что начальство сейчас находится в Перми. После чего они сказали, кто еще есть. Мы объяснили, что вот есть замредактор Магомед Магомедов. Мне сказали позвонить ему, но не говорить, что, что здесь проходят обыски, а просто сказать приехать. Я сказала, что я не буду так звонить, я позвоню и скажу, что обыски, из-за чего меня телефон забрали и не дали позвонить и вообще сообщить кому-то, что здесь происходит. Ну, потом уже открыли все кабинеты, стали нашу... Я извиняюсь, я здесь вас остановлю. Скажите, а вам предложили позвонить близким родственникам? Никому. Я сказала, покажите хоть какое-то основание, какой-то документ, какое-то разрешение на то, что вы здесь производите обыск. Я не знала, кто вы, то есть никто даже не представился. Ну, неофициально-то я знаю, кто эти люди. Просто данный момент он является существенным грубым нарушением закона, потому что если это проходит какие-то мероприятия, то должны показать постановление о проведении следственных мероприятий, а также позволить человеку позвать сюда адвоката. Я неоднократно, кстати, говорила, что я хочу, чтобы сообщить адвокатам, чтобы они сюда приехали, потому что без них я отказываюсь вообще что-то подписывать, участвовать в этих мероприятиях. Не дали ни адвокату, ни юристу нашему, никому вообще говорили. Стали требовать ключи, то есть обыск еще не начался, мы еще ничего не видели, стали требовать ключи и сказали, что если мы не предоставим их, то остальные кабинеты, ну, наши-то были открыты, мой и секретаря, что просто было мою дверь. Ну, мы поняли, что смысла нету, и Нара открыла то, что у нее было, ключи, от которых кабинетов у нее были, она их открыла. Ну и получается 30, не знаю, примерно человек, по несколько человек в каждом кабинете, обыски еще не начались, и я говорю, что какая гарантия, что не найдется чего-то запрещенного, потому что я не могу уследить за стольким количеством людей, и мне не дают вообще встать с места, можно только сидеть, даже нельзя было вставать. Ну, не переживайте, никто вам ничего не подкинет, все такое. Ну, где-то мы часа полтора ждали, пока нам вообще предъявят хоть что-то, и нам предъявили постановление о возбуждении уголовного дела в отношении обдуманного Гаджиева, и объяснили, что в рамках этого дела. Вот примерно в это же время мне дали позвонить Магомеду, я позвонила, сказала, что говорят, что... Ну, то есть они потребовали сами, чтобы он приехал. Но когда он уже приехал, примерно через минут 30, они его не запускали. И мы уже сказали, что вот он внизу, запустите его. Они не хотели запускать, ну, потому что, видимо, поняли, что начальства нету, замредактора сейчас не на месте, и что, наверное, легче будет со мной, с Эльнарой, как-то справиться. Ну, это прямое психологическое давление на человека. Да, и один из тех, кто был в маске, но он был не с оружием, а он не в ФСБ был, а, я так поняла, со следственного комитета, он стал нам говорить, что он просит вас пройти к нам, а вы якобы отказываетесь. Но мы объясняем, что это невозможно. Он только что сам позвонил, сказал, что он здесь. И я слышала, как до этого тихо кто-то говорил, что заместитель, не поняла кого, не пускает Магомеда, что он вас не пускали, да, внизу. И потом в какой-то момент запустили, через минут 20, как мы узнали, что Магомед приехал, только через минут 20 его запустили. Я находился в это время, ну, через какое-то время также подошел Шамиль Магомедов, он тоже адвокат, он представляет мемориал. И когда я заходил, я говорил, что хочу зайти вместе с адвокатом. Они также заходили. Потом я смог зайти только во двор, потом меня снова стали там держать это минут 10. Затем, вот уже когда я поднялся, я вижу, что практически на каждом этаже, на каждом вестибюле, везде находится там 5-6, по 5-6 человек камуфляжа с оружием. И когда уже поднялся непосредственно на этаж, когда я поднялся непосредственно на этаж уже черновика, я увидел, что Инна Хатукаева и Нара Агатова, наши сотрудники, они просто сидят в моем кабинете, все остальные кабинеты.
отсутствие должен продолжаться? Ну, примерно минут 40 или час там могло быть все что угодно. Потому что объективно две девушки ничего не могут сделать против несколько физически сильных, там, социально подготовленных человек, которые просто сидят. Ну и даже и в рамках закона они не могут ничего делать. Да. А другая сторона, просто злоупотребляя этими моментами, они взяли и просто заблокировали там, их там, и просто там находились. Поэтому у нас есть разные опасения, что что-то, да, могут такое вот найти при желании. Вот. Когда, ну, я, например, поднялся, то уже увидел, что Телеров, он говорит, что разрешает допустить, следователь Телеров, разрешает допустить только одну воду. А вот и на УИЛ, там вот все три следователя, которые ведут дело, какую-то следственную группу по делу Грубинина Гаджиева. Что касается уже непосредственно, когда поднялся на этаж, то там находился Телеров, который уже сказал, что допускает только одного адвоката. Допустили Арсена Шабанова, я попросил допустить Арсена Шабанова. И ему он объявил о том, что этот, о том, что, в принципе, вот я протокол уже заполнил, он показал уже заполненный протокол, что даже, в принципе, его имя там места вписать нет. И, ну, дальше меня просто выбрали, поэтому я не знаю, что там происходило, как там происходило. Нет, я имею в виду, сколько всего было человек? Сколько всего? Ну, примерно 10 человек было на первом этаже, имеется в виду вот, на улице, где стояли журналисты, там, на территории двора, там, да. И примерно человек 12, наверное, было тоже. То есть и на одна, адвокат один, а вот уже примерно там. И на понятые принимали активное участие? Да, были понятые. Да, с 10 утра до вот ночи. Понятые были вообще молодые, ну, лет 18-19. Они, у них никаких документов с собой ничего не было. Их просто вот они назвали свои данные и записали. Хотя, а куда они были? Я не знаю ничего там. Один, я увидела, что у них один адрес. Это я озвучивал это предположение, что это студенты. Потому что по практике сложившиеся обычно берут там студентов, там берут... Там, про, ну, я как-то слышала что-то про правовую академию, может быть, они оттуда были. И, кстати, один из тех, кто в гражданском был, он, когда адвокат нашел видео, он говорит, первый раз на такое мероприятие вижу, чтобы допустили адвоката. То есть так должно быть, но это якобы первый раз было. Когда уже следователь составил там свою, не знаю, что он составлял, постановление о проведении обыска, да. Протокол. Когда он стал уже, ну, заполнять, он сказал, чтобы Эльнару, не знаю зачем, ее увидели и кого-то еще вывели. И меня вывели. Это вас даже. Эльнару потом пост уже вывели. Ну, она хотела присутствовать, но ей не дали. Цель обыска, они что искали, получилось? Они сказали, мы ищем все статьи Абдулмумина Гаджиева и, ну, вообще что-то запрещенное. Оружие в боеприпасе, да? Оружие в боеприпасе не озвучивалось. Вот я четко помню, что именно вот статьи про Абдулмумина Гаджиева и его авторство. Ну, это очень интересное требование, потому что, вот, опять-таки, она доказывает тезис о том, что вообще непонятно, для чего это все проводить, потому что все статьи Абдулмумина Гаджиева находятся на сайте газеты «Черновик». Легко можно... Мы объясним, что у нас на сайте даже специальная поисковая система, то есть ты вбиваешь там имя автора, и там за все года все его абсолютно статьи, они выходят, но они почему-то предпочли бумажный вариант. В этом случае тоже никаких препятствий бы не чинилось бы Телеву, если бы он захотел бы на самом деле их изъять, потому что это все проводится. Для этого не нужно приводить спецназ, для этого не нужно приводить там какие-то вооруженных людей, для того, чтобы редакция передала ему публикации, которые написал Абдулмумин Гаджиев. Они спрашивали, где рабочее место Абдулмумина, мы объяснили, что он на месте не работает, а дистанционно, как бы здесь нет его рабочего места. Начали обыски с нашего кабинета. Сначала мой рабочий стол проверили, абсолютно вообще каждую бумажку, все даже материалы с народных собраний и так далее. А потом у меня забрали системный блок, не знаю зачем. Потом перешли к столу Магомеда, у него забрали все, стали листать его конспект. Там, где следователи увидели свои имена, просто от руки написанные
стали это все собирать. Причем там даже были на таких носителях, ну там типа коробку, кусок картонки, на ней что-то написано, там даже такие вещи проверяли, читали. Когда следователь увидел там где-то свое имя, там еще какие-то имена были, ну какой-то следственный круг, ну структура, в общем, следственного комитета и какие-то наброски. Вот в этот момент следователь уже почему-то разозлился и стал уже более тщательно, еще тщательнее все проверять и назвал это персональными данными. Хотя там ну, персональные данные, это, наверное, что-то, что адрес, там, не знаю, еще что-то. Паспортные данные. Там были только лишь имена, должности и какая-то связь, там, причинно-следственная и так далее. Ну, вот это они... Там была бумажка, на нее еще такие клочки разорванные, прикрепленные. Они это все сложили, все это тоже изъяли. Сразу, как увидели это, они решили уже после этих конспектов, они решили и блок изъять. Брали его тоже. И забрали, не знаю зачем, удостоверение, там какая-то общественная организация, которую много наблюдала. Не знаю, как это относится вообще к делу и к причине вообще обыска, но они его тоже забрали. Телефон тоже, по-моему, редакционный. А, редакционный телефон, да, где нам читатели WhatsApp пишут, ну, звонят обычно на городской номер, а там у нас WhatsApp какие-то, там кстати, и переписка внутри группы, которая у нас с того телефона, то есть тоже видно, что кто пишет, его тоже забрали. Потом перешли в кабинет к Саиде, если я не ошибаюсь, он как по порядку было. Там тоже... А, еще у нас в кабинете была такая маленькая бумажка, на которой было написано «САД». Ну, я видела САД, Арсен Шабан видел САД, но следователи увидели САР, Сирийская Арабская Республика, и они решили, что это, ну, я не знаю, даже если это и было написано, это преступление писать, что-то такое, я не знаю, не на плакате каком-то, но такой стикер, который, не знаю, 3 квадратных сантиметра или сколько, он, в общем, его изъяли, его опечатали, сунули в конверт, положили, там, записали, сар, в общем. Кто у Саиды в кабинете тоже нашли такой же стикер, там тоже было имя какого-то человека, имя второго человека и номер. Но я поняла, что она, видимо, с кем-то разговаривала и записала номер телефона и имя. Там организация была ЦПР. Ну, это они тоже забрали и тоже опечатали. И тоже... Ну там просто имя человека было и написано ЦПР и телефон номер. Но я так поняла, что это она записывала чьи-то номера, чтобы позвонить, ну, видимо, по какому-то своему материалу. Это тоже забрали. Потом перешли в кабинет к нашему учредителю, долго искали, что же там можно взять, нашли нож, такой, ну, видно в подарочной упаковке, нарезной, я не знаю, как это назвали, открываю, там на самом ноже выгравировано, что это подарок от Федеральной налоговой службы управления Узбекистанском, подарок. Они это тоже забрали, печатали, и еще там была такая пленка, наверное, очень старая фотопленка, которую нужно проявлять. Да, в общем, ее они тоже забрали, я не знала, что на ней было, но как раз какие-то вообще семейные фотографии были, не знаю точно, но эту пленку тоже забрали. И какие-то диски, флешки в кабинете нашего учителя тоже забрали. Блок не забрали, потому что у него там, ну, сундук был, и блок не взяли. Потом перешли в кабинет к Майербеку, у него тоже забрали системный блок, и прибор ночного видения. Не знаю, какой он интерес представлял, но его, сначала его забрали так, как будто ага, вот, вот мы нашли такое вообще. Мы не поняли вообще, что и что. Мы объяснили, что. А когда уже следователь все описывал, когда он дошел до этого прибора, мы прямо объяснили, что это и ну, что даже если ты в темноте через это видишь. И они... Потом следователь передумал и сказал, нет, это нам не нужно, оставил и почитал. Еще у нас взяли жесткий диск, потом в коридоре у нас шкафчик был. Господи. Да. Потом открыли дверь. Что там было? Открыли дверь в бывшую бухгалтерию, но там я раньше была бухгалтерия. Там старая. Что удивительно, насколько я помню, оттуда не взяли ничего. Да. Там были документы редакции, свободу слова, там. Всякие налоги.
15, ну, которые никто не скрывает, мы на пикетах выходим с плакатами. Они каждый по отдельности раскрыли, каждый сфотографировали, но ничего не изъяли. Еще какую-нибудь коробку забрали. Коробка, да, от, я не знаю, как точно это называется, но что-то для слежения дистанционного. Ну, я знаю, что это. И видеорегистратор тоже, да. Прибор этот, ну, я насколько слышала, такие в свою машину ставят, что если ее угонят, то потом ее найти. Ну, там не было прибора, там только коробка была, вот эту коробку тоже изъяли. Вот, да, и вот видеорегистратор тоже, не знаю, зачем. Но, сколько длился образ? С тех пор, как люди ворвались, и с тех пор, когда мы уже списались и нас отпустили, уже было, ну, в общем, где-то с 10-20 утра до 6 вечера. Вот. Из них часа 3, наверное, отписывались. Извиняюсь, я поздно присоединилась, какое-то давление оказывало. Я слышала, что он шепотом говорит, давай заберем. Да кто его? Шамиль Магомедов. Ну, Телева сказала... Он тоже следователь по этому уголовному. Да, Телева сказала, это личная вещь, не нужно, мы не будем ее брать, нам ее телефон не нужен, и как-то... А с чем связана его такая настойчивость в отношении вашего телефона? Может, с его психотипом, я не знаю, не уверена, и у меня нет четкого ответа на этот вопрос, но вот почему ему нужен был именно мой личный телефон? И, кстати, он тоже настаивал на том, чтобы мой блог тоже забрали. Хотя Арсен Шабанов говорил, зачем, ну, ее блог там ничего не для чего он вообще нужен, обездвиживать просто работу в редакции. Ну, я хочу просто сказать, что если, например, я сижу на своем рабочем месте, да, то есть я как-то стабильно работаю с одним и тем же компьютером, и можно понять, что в этом компьютере будет в основном моя информация, которую я как бы собираю. Там, ситуация с компьютером Инны, это она вообще смехотворная. Во-первых, этот компьютер достаточно сложно включить. Он, кстати, завис, и он не включался. Да, и поэтому мы выражаем только вот сочувствие тем техникам, которые сейчас будут работать с этим компьютером, во-первых. Во-вторых, Инна Хатукаева работает у нас недавно. И поэтому за этим компьютером проработал, наверное, 5-6, насколько я помню только. Да, вот. Компьютер такой старенький, глючный. И будет довольно забавно там посмотреть, что они там вообще смогут найти. Ну, единственное, что они могут найти в компьютере Инны Хатукаевой, это то, что там будут пресс-релизы, новости, которые там в большом количестве готовятся на сайт, и, может быть, какие-то там фотографии, там, которые были сделаны опять. Больше ничего особого там найти невозможно. То есть та информация, которая в ближайшем будущем все-таки публикуется в сети, в газете, смысл вообще там... Дело в том, что с очень большим шумом прийти сюда что-то изымать, но дело в том, что та информация, которая у нас есть, которая с нами собрана, даже пускай это будет собрано в каком-то рукописном варианте в виде там тезисов, она вся собрана из открытых источников. Мы никого там не подкупали, не взламывали, не следили, чтобы собрать эту информацию. Это наша рабочая информация, мы имеем полное право ее собирать, хотя бы для того, чтобы работать в рамках в таком жанре, как то называется. Если по итогам этого обыска нам хотят вменить вину, что мы собирали какую-то информацию, ну, пожалуйста. Если они считают, что это тянет на состав преступления, это будет довольно забавно посмотреть, как они это смогут реализовать в рамках этого. Еще, кстати, когда они досматривали, вот где бывшая библиотека, это вот кабинет, который никто не знает, ну, он закрыт всегда. Закрыт. Да, там пылится все. Следователю Вали Магомедову не понравился интерьер, я не знаю что. Он сказал, вы что, не можете себе организовать там нормальный кабинет, все такое. Я говорю, ну, у редакции нет столько денег, чтобы обустраивать у дизайнера нормального кабинета. Он сказал, на финансирование терроризма у вас есть деньги. То есть он не, до этого он говорит, что он только расследует, и он надеется, что не будет там состава преступления. Это уже вопросы к тому, насколько объективно он ведет. Да, то есть ничего еще нет, даже не началось еще рассмотрение по существу, а он уже говорит, что мы финансируем, мы все, финансируем терроризм, у нас на это есть деньги, а на то, чтобы...